казалось бы, лето, конец июля, и чем заняться в Москве? Только скучать, отсыпаться, но, блин, не дадут мне отоспаться, не поскучать. Вызвали на мероприятие в пятницу вечером. Warner Music Rush и Европа Плюс представляют Rooftop Party. То есть, я так понимаю, это припати, видимо, ближайшего Европа Плюс Live. Эперекса, Дуа Липа, Эриксаде, Кока, Офенпа в гостях. Ну, посмотрим, что это такое. На машине в пятницу вечером в Москву лучше не выбираться. Метро. Только метро. Все звезды шоу-бизнеса едут на метро. И Биберекса, я думаю, что тоже. Сегодня это мероприятие будет пафосно, гламурно. Он без остановок едет, да, понятно, видимо. Никогда бы не подумал, что в этой гостинице есть, оказывается, такой О2 лаунж. Ну, как не подумал. Я, конечно, вижу, в Инстаграме люди периодически чекинятся здесь. Но вот как-то не доводилось. Теперь довелось. Вид отсюда красивый. И качество мероприятия, я думаю, здесь на высоте. 12 этаж. Единственная, конечно, целая проблема была сюда попасть. Сюда не все лифты ведут. В общем, интересная тема. Экспириенс такой. Если доведется, побывайте. Смотрим, в общем, как это будет выглядеть здесь сегодня. Как будто они загнали сюда машину, совсем непонятно. Мог подумать, что здесь, на самой верхотуре, вот два лаунж, растет земляника. Не прячься там, не прячься, я тебя вижу. Привет. Все стали делать видеоблоги. Это модная штука. Ну, в принципе, да, лучше, чем Инстаграм. Ладно, потише. Я чувствую, потише сделать сложно, потому что все настроились веселиться. Друзья, добрый вечер. Я рад вас всех приветствовать на нашей вечеринке. Нам, как ни странно, повезло с погодой. И можно сказать, что мы открываем лето вот этой великолепной платье на прекрасной террасе. У нас сегодня потрясающий лайнап артистов. И вы знаете, в принципе, за мои 14 лет в музыкальном бизнесе, я могу сказать, что это первая вечеринка с таким большим количеством иностранных артистов, не побоюсь этого слова, мирового уровня.
И это говорит о многом. Это не просто говорит о том, что мы, Warner Россия, отлично поработали, хотя, конечно, мы поработали неплохо. Это не только говорит о том, что Европа Плюс Лайв – это самый большой фестиваль поп-дэнс-музыки в России. И это тоже так. Но это говорит о том, что роль России в мировой музыке растет и будет продолжать расти. И, собственно говоря, за это вам всем здесь собравшимся большое спасибо. Вы двигаете музыку и музыкальную культуру вперед, и вы все молодцы. Еще я бы хотел поблагодарить моих сотрудников Warner Music России, которые собственными силами организовали для всех нас вот это прекрасное мероприятие. Well done, аплодисменты. А теперь, как сказал Сергей, жжем. Не, ну, конечно, мы-то готовы с Александром, а вы вообще как, ребят, себя чувствуете? Жить что будем, а? Так, ребят, вообще, сейчас немного полезной информации, но она правда полезная. Вы знаете, что Европа Плюс Лайв 2017 – это много красивых цифр, я вам сейчас их озвучу. А Warner Music Russia – это много хитовых треков и платиновых альбомов. И то, и другое для нас сегодня имеет приоритетное значение. О цифрах. Завтра на сцену Европа Плюс Лайв 2017 выйдет более 20 топовых артистов. Представляете, да? Вау. А перед сценой ожидаются несколько сотен тысяч меломанов. Это тоже вау. Да, завтра будет по-настоящему жарко. Спасибо погоде, кстати. Ну а нам с вами жарко уже сегодня. Еще раз спасибо за это Warner Music Russia. Руфтоп-пати начинается. Ну и сейчас отдельная благодарность сцене. Целой стране, друзья. Стране под названием Швеция. Откуда, вы знаете, регулярно осуществляются поставки качественной хитовой музыки. Но вот этим летом Швеция особенно хороша, потому что в этом году она делегировала на Европа Плюс Лайв 2017 артиста, которого можно назвать одним из ярчайших представителей Швеции. Он номинант на бесчисленное множество музыкальных наград в своей стране. Он автор трека Wide Awake, который стал настоящим глобальным хитом. На данный момент, кстати, в его копилке 5 альбомов. Третье место на Евровидении, целая армия поклонников, в том числе здесь у нас, в России. Ну что, друзья, встречайте с нами Эрик Саде! Но Эрик потихонечку выходит пока. И перед его выступлением также мы хотим пригласить на сцену мультиплатиновый диджейский дуэт Филатов и Кэрос под ваши аплодисменты. Которые также принимали непосредственное участие в создании хитового трека Wide Awake. Дело в том, что сейчас ребят ждет награждение. Где у нас... Приветствую, ребята, приветствую. Добрый вечер, Эрик. Эрик, где он? Эрик, сейчас будет приятно. Приятно, потому что сейчас будет награда. Официально далее, ребят, по тексту. Награду за двойную платину сингла музыкантам вручает директор танцевального лейбла контора Максим Ворошилов. Под ваши аплодисменты, Максим! Добрый вечер! Добрый вечер, дорогие друзья. Я несказанно рад, что мы не только открываем новые хиты каждый день, но мы соединяем действительно талантливых людей вместе и помогаем им принести их плодотворные идеи в жизнь. И вот эта платиновая, дважды платиновая награда действительно результат трудов всей команды и артистов, и компании Warner в том числе. Поэтому, Эрик, we congratulate you with this double platinum award. We are very excited we have you here, and also you guys. Thank you. It's yours, guys. Make it theirs later. Давайте еще раз поздравим Александра, Филатов и Кэрос, двойная платина! Ну что, нафотографировались, ребят? Мы уже танцевать хотим. Друзья, а теперь официально представляю вам начало нашей руфтоп-пати Warner Music Russia, Европа Плюс, Эрик Саде! You keep me wide awake. Every day of the week. You keep me wide awake.
Еще сидел и думал, господи, что же такое надеть? Вроде у нас в индустрии есть негласное правило принимать всех такими, какие они есть. Вроде не хочется наглеть и приходить прям совсем в наряде шансон или в матроске. Ну, в общем, в любом случае, независимо от того, как тебя принимают или нет, этим не стоит пренебрегать, подумал я. Вот это ощущение. К шаверме привыкли все, и в том числе здесь, on the roof. On the roof. Ну и, конечно, впечатляет отдельная география артистов. В этом году с нами и Франция, и Швеция, и США, и Португалия, и Великобритания. Чья муз-представительница уже готова выйти на эту сцену? Это, между прочим, ребята, одна из самых многообещающих певиц года. В начале лета она выпустила свою дебютную пластинку. Естественно, на территории России она вышла при поддержке Европа Плюс. И в первую неделю после релиза альбом прочно обосновался в топ-10 альбомного чарта iTunes в 38 странах. За ее плечами сотрудничество с Нил Гейтс, Мейджор Лейзер, с Уэйлом, Шоном Полом, с Мартином Гэриксом и многими другими. Прочувствуем этот момент, друзья. На сцене Roof Top Party, Warner Music и Европа Плюс. Дуа Липа!
мероприятие реально очень классное получилось. Я взял маленькое интервью без камеры у Макса Ворошилова, сотрудника Warner Music Russia и директора лейбла Contour, саблейбла Warner. И он сказал, что, в принципе, да, было сложно уговорить всех артистов приехать на это автопати. Но все-таки сказано им было, это ваша автопати, давайте участвуйте. Ну и промо, есть очень правильное слово промо у всех западных артистов, которые понимают, что это очень важное обязательство перед прессой и организаторами. Это не то, что некоторые наши артисты «хочу, не хочу, голова болит, не поеду». Все-таки западная индустрия, что ни говори, это и культура, искусство, и наука. Российской индустрии еще очень далеко. Нужно специальные университеты создавать, штрафовать людей, если что. Ну и бить розгами. Очень многих нужно изначально бить розгами. В воспитательных целях. Ладно, что-то я злой. Съем-ка я еще одну земляничку. Там отосек за ваше здоровье.
this next song goes a little bit like this. Эрик Санде или женщина в ночнушке? Женщина в ночнушке, Дуа Липа. Эрик Санде, когда уходил, когда был кусочек Филатова Энкероса ремикс, и Биби Рекса со своими двумя, наверное, более-менее известными синглами в России. Мне кажется, что Биби Рекса немножко похожа на помесь Леди Гаги, опять забыл. Эдиты Пьехи. Эми Уайнхаус. Ну вот мне она больше всего понравилась, а Эрик Санде, мне кажется, музыка группы «Комбинация» прямо. Особенно первая песня. Такая ретро-ретро. И заедало все, как в старом доскором, добром, ласковом мае. Как у Кристины Арбакайте на премии Муз-ТВ. Вот скажи, кого бы ты позвал, например, будучи продюсером, например, если бы
Европа Плюс Лайф, каких мировых артистов ты хотела видеть, например? Если делать полуретро-вечеринку, то, конечно же, из шведов, то Army of Lovers. Ну, же ретро-ФМ, да. Если не ретро-ФМ, а Манса Зермилёва можно взять. Ну ладно, из артистов Warner Music, например, я бы был бы рад бы видеть Шер. Она, кажется, собиралась выпустить альбом на Warner'е. Она вечно молода, мне кажется, даже бодра. Кто-нибудь привезите уже вас на Шер. Хоть куда-нибудь. Пока еще жива. Ладно. Мы еще своих артистов понаделаем, понапривозим. Всем привет. Would have not been possible without you, so thank you. I hug you. Yeah! Woo! I know that Vladimir is a fan of metal, and it was weird for him maybe to work on electronic music, but you did so well. Thank you, and thank you to all the team. Thank you. Давайте еще раз поздравим с четвертой платиной сингловой группы Open Blast! И Газовку сейчас спросите, а куда ребята уходят? А поскольку у нас диджей-сет, соответственно, ребята готовятся к выступлению на сцене, которая у нас находится прямо напротив Кремля. Поэтому, ребят, сейчас мы перемещаемся туда. И буквально через пару минут, как я понимаю, Offenbach уже будут готовы представить свой эксклюзивный сет. Наши гости из Франции, Offenbach, близко! Я думал, они будут петь, а они будут танцевать. Нет, они будут... Oh.
Ой, хорошо в Москве ночью. Господи Боже. И все-таки чем дальше от центра, тем спокойнее. И воздух свежее. А музыка... Ну что музыка? Музыка есть и в мигающем желтом светофоре. Come on.